Китайцы – мировые лидеры по потреблению соли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым есть не более 5 граммов этого продукта в день, детям – еще меньше. В Китае рекомендованная норма – 6 граммов, но жители Пекина в среднем потребляют более 11. Последствия такого рациона – высокое кровяное давление, а также болезни сердца. Посетители ресторанов соглашаются. Мне нравится острая еда. Я понимаю, что ем слишком много соли. Это вредно для здоровья, но мне просто нравится. Некоторые привычки сложно изменить, особенно если они заложены в культуре. Кулинарная история Китая уходит корнями в тысячелетнее прошлое. И соль уже давно является обязательным ингредиентом. К 5 вечера этот знаменитый ресторан, где подают лангустов, просто забит посетителями. Все хотят отведать фирменные блюда, одновременно соленые и острые. У китайцев есть поговорка: соль – это первый из всех вкусов. Соль очень важна в кулинарии. Китайские диетологи считают, что международная статистика неточная. По их данным, в больших городах потребление соли в день в среднем превышает 13 граммов, а в сельской местности – выше 16 граммов. Во-первых, соль добавляют в рацион детей слишком рано. Это потом сказывается на их вкусовых предпочтениях. Во-вторых, у нас есть поговорка: горсть соли делает повара хорошим. Для многих людей соль делает еду более вкусной. Впрочем, многие китайцы уже начали задумываться о вреде чрезмерного потребления соли и теперь пытаются контролировать свою диету.